смотрите канал «Улица Москвы». Находимся на улице Норильская в Лосино-Островском районе. Сейчас будем идти вот улицу Малыгина по направлению к улице Стартовой. Норильская улица, там если смотреть на карту, она имеет разрыв дальше. Ну, посмотрим, как это все выглядит на местности. Сюда вот вправо у нас улица Таежная. Вот. Живописная довольно-таки улочка тоже. Так, ну и вот дальше здесь мы видим, стоит дом. Сейчас прервемся. Так, вот чуть-чуть прошел сюда, подальше. Здесь, конечно же, магазинчик, коих много развелось сейчас по нашей столице. Так, Таежный сквер. Что у нас тут? Так, ну все, вот обошли дом, вот такая хитрая. Он встал прям посреди улицы, этот дом. По Малыгина 6. И улица оказалась разорванной на две части. Но разрывчик тут вроде бы как небольшой у нас. И улица здесь вот продолжается. Вот он, тупик с другой стороны. Здесь можно, я думаю, так идти. Что-то у нас такое красивенькое. Прям особенно розовое на фоне зелени. Очень контрастирующее здание. Так, сейчас подойдем поближе. Так, строится многофункциональный культурно-досуговый социально-общественный центр. Вот так вот. Там вороны устроили перекличку. Yeah.
Так, вот улица Таймырская у нас. Мы на ней же были. Пойдем дальше.